Сегодня в эфир федеральных телеканалов выйдет специальное обращение президента России Владимира Путина. Глава государства выскажет свое мнение по вопросам пенсионной реформы. Сообщается, что трансляция телеобращения начнется в полдень по Москве. Накануне в Омске Путин провел совещание, на котором обсуждались изменения в пенсионной системе. Именно там президент и сообщил о своем намерении обозначить свою позицию по этим вопросам. Итак, сегодня в 12 часов трансляция телеобращения главы государства. Не пропустите.